Много надо. Я не до медика. Выйди сюда. А вы акробатические тюки. Три автора, которые сегодня представлены, на этой выставке, группа «Нюанс». Единственный человек, который его группа «Нюанс», между прочим. Белого в середину. Три человека, которых любезно в угол ютили стены этого замечательного ресторана. Сегодня мы вот утром, рано-рано утром, 9 часов, все развешиваем. Чертовски нам день. Все это откроется, вы еще все пройдете, посмотрите. Мы для вас старались, рисовали. Ребята, рестораторы отбирали все это тщательно сами. Мы рисовали, не думая ни о чем, они отбирали. Думая о чем это своем, о чем они думали, когда отбирали, вы посмотрите, когда посмотрите вы. Я очень рад, что там открылось, я, наверное, процентов 60, 20% приложили, вот эти люди сюда 60% я. Вам слава на открытие. Поэтому, если это не последнее, здесь пройдет. Кетовых. И вообще не последняя выставка на 1 апреля будет. Может быть, она станет ежегодной, чем тёртый шут. Первый день курила, чем морской тёртый. Мы очень рады открытию этому. Вот. И еще наши друзья из Турции хотят, что-то специально приехали из Турции, чтобы нам сказать несколько теплых слов. И я их тоже вызываю сюда, зову сюда. И что они скажут, я не знаю, но сейчас точно что-то скажут. Только по-русски. Позвольте сначала представиться. В общем, мы представители Телескевые линии. Господин Тюшок является директором, я управляющим отделом маркета. Onlar bizim dünyanın 60 şehrinde değişik ofislerimizde bu karikatürleri amaç olarak kullanmışız. Yine de vakıda nazar İstanbul'da у нас было сотрудничество с карикатуристами. Они нарисовали различные, в общем, свои произведения, и мы более 160 странах выставку устроили. Bu yüzden Türk Havaların karikatürcülerle her zaman ilişkisi çok hoş ve güzel olmuştur. Biz de bu organizasyonu duyunca gelmek istedik. Kendi insanın esprisi de olmuştur. Tekrar size bir insanı çizim. У нас всегда особое уважение к вам. Я слово карикатуристам. Личное мнение. Слово карикатуристам. Нижний поклон. Итак, поскольку всем известно, как юмор не знает границ, есть юмор в Турции, есть юмор здесь. А из-за того, что сегодня 1 апреля, у нас для вас подарки. Bugün her yapan şaka yani onları korumak için şemsiye getirdim. Abbasno ve Suvoni Navalam idiot şurki. В общем, хотим, чтобы они... Хотим, чтобы... Агарагади. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста. Друзья, наша ленинградская погода, ленинградская думала, соответствует. Мы под надежной крышей теперь. Интересно, интересно.